Сегодня в Тюмени стартовал и чемпионат по сборке кубика Рубика. Это событие является официальным для Мировой Федерации спидкубинга и проходит в нашем городе впервые. Участвуют 60 человек из разных городов Уральского округа, всего 13 дисциплин в том числе. Сбор кубика Рубика на скорость одной рукой вслепую, а также решение нестандартных головоломок. Соревнования продлятся 2 дня. Вообще спидкубинг, ну скажем так, не новая дисциплина. Первый чемпионат мира проведен был в далеком 1982 году. Там присутствовал и изобретатель этого кубика Эрно Рубик. Вот это вот увлечение, этот вид спорта, так называемый спидкубинг, да, что он дошел до Тюмени, и мы сможем выявить сильных подростков, детей в этом вот, в этой дисциплине. Я как бы у Деда Мороза заказал просто на Новый год кубик. Рубика я очень хотел, потом я не умела собирать, я долго пытался по видео научиться, было много непонятного, но я нашел наконец-то нормальную обучалку, научился.